Всем привет, мы продолжаем играть в Annihilation. Как вы помните, в той серии я себе сделал броню. И да, кстати, заодно я себе поменял скин. У меня был 16 на 16, а стал, не помню, либо 64 на 64, либо 32 на 32. То есть он стал более прорисованный. Сейчас мы сделаем себе варочный стенд, купим точнее бородавку. Сейчас мы себе на зелье стремительности. Так, и пойдем сейчас выкопаем редстоун. Вот пролагало. Только что были лаги. Кто же там внизу? Синие. Ой, нет. Какие синие? Зеленые наши. Так, сейчас редстоун. Вспоминаем, где тут редстоун у нас. Потому что редстоун можно купить, но он стоит очень дорого. 4, все, мне так хватит. Так, куда же мы спрячем варочный стенд? Куда-нибудь вот тут, я надеюсь. Сейчас мы там еще заберем. У нас на зелье стремительности есть все, чтобы его сделать. Ну, оно у меня будет простое. Скорее всего. Чуть не застраиваем. Заговариваюсь уже. Сейчас надо еще немножко. Отлично, 22. Того у меня уже есть на зелье стремительности. Еще одна бородавка, еще бутылки. Вот это одного не хватило, бред. Ладно. Мы еще кирку сделаем тогда. Мы же пойдем рашить базу соперников. Вот это мак выложим. Дост дубовый, арбузики. Много выложим. Стрелы, вот две стрелы. Палочки. Палочек нет. Значит, мы их сделаем. Так. А зачем палочки? Так что я хотел. А, кирку. Все. В принципе, сейчас я залезу на вики, дорогие друзья. Посмотрю, как крафтится зелье невидимости. И попробую зайти туда под инвизом. Так. Вторая фаза подходит к концу. Телепорт у нас не работает. Ладно, как-нибудь прокопаемся тут. Да, вы спросите, зачем я сделал золотую кирку? Зачем я сделал золотую кирку, если у тебя есть железная? Говорю, золотая кирка служит... она быстрее разрушает Нексус соперника. Тем самым нам дает больше шанс и больше урон по Нексусу соперника. То есть быстрее мы их убьем. Так, выражусь. Берем баночки. Все, и идем. Извините. Крафтим неловкое зелье.
Ой-ой-ой. Сам командники же помешали. И сделаем его вот тут. Так, третья фаза началась. Сейчас я сделаю себе какой-то тут выход. Тут ставим. Раз, два. А где вторая бородавка? Так. Баночка. Ладно. Ну реально, все. Ловкое зелье. Сейчас сделаем мы зелье силы первого уровня. Тут, тут, уйди, 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 уйди. Не уйди. Тупое создание. Отдай. Отдай. Так меня не... Да! Все, ребят. Идите в... жопу. Это просто не команда. Как можно? Ребят, у вас Nexus сломают. Потому что я хотел сварить зелье силы, зелье стремительности. Но получилось так, что мои же сокомандники забирают у меня мои же зелья, которые я хотел раздать им всем. Зачем так делать, ребят? Когда вы будете играть, не мешайте варить зелье, потому что если они, если люди из вашей команды сварят зелье, и вам они же помогут. Как вы до этого-то не додумаетесь? Угу. Отлично. Сейчас я возьму меч сначала, чтобы быть более уверенным. Чтобы быть более уверенным, что меня никто не убьет. Так, Даша. Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то по нам бомбят не очень. Хорошо. Очень плохо. Ищем для себя алмазики. Каждый стоит на собственном алмазе. У меня один алмазик есть, это круто. One diamond. Блин, мне лень писать. Ребята, ребята. Вон даймонд. Сейчас. Надо его убить. Да что ж такое, дорогие друзья? Мы с вами забрали офигительный алмазный меч. Ну почему? Почему такое происходит? Ладно, на этом серию я закончу, дорогие друзья.